Курсера – проект в сфере массового образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета. Это международная платформа онлайн-обучения, содержащая несколько тысяч курсов, созданных ведущими университетами мира. В числе участников и Казанский университет. Все подробности далее. Сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета разместили на платформе Курсера онлайн-курс по оказанию первой медицинской помощи в экстренных случаях. Подобный курс, подчеркиваю, на английском языке был нашими коллегами разработан, смонтирован, произведен, скажем так, потому что это сложно, не только сложная работа для преподавателя, но и для разработчика этого курса, для тех, кто занимается съемкой, монтажом. И далее он был размещен на платформе, и платформа прошла все необходимые процедуры экспертизы, верификации. И вот теперь на Курсере есть курс Казанского университета, который можно изучать. Онлайн-курс находится в свободном доступе, содержит как теорию, так и практические упражнения. По окончании курса участники смогут определять опасные для жизни состояния, объяснить причины, приводящих к их развитию, и оказать правильную первую помощь. Университет тоже у нас разрабатывает уникальный контент во многом, связанный с инфраструктурой, с теми компетенциями, которые есть у наших исследователей. И вот была идея создать курс, а тоже разместить его на Курсере, для того, чтобы, с одной стороны, чуть позиционирование университета, чтобы видели, что университет тоже разрабатывает уникальный контент, который может быть интересен. А с другой стороны, чтобы предоставить возможность студентам по всему миру, заинтересованным вообще людям, не только студентам, учиться, получать новые знания и компетенции. Онлайн-курс состоит из 5 блоков. Сердечно-легочная реанимация, первая помощь при обструкции дыхательных путей и утоплении, первая помощь при кровотечении, при воздействии физических факторов и при таких опасных для жизни состояниях, как инсульт, эпилепсия и сердечный приступ. Знания по оказанию первой медицинской помощи, они важны для большого количества людей, не только для студентов-медиков, он прежде всего рассчитан на людей, которые на самом деле не имеют прямого отношения к медицинской профессии, для учителей и для людей, которые работают в сфере обслуживания услуг, которые часто общаются, сталкиваются с большим потоком людей, то есть для того, чтобы они могли оказывать первую медицинскую помощь в случае необходимости. Ну и в целом, и кто хочет такие компетенции приобрести, для того, чтобы у кого пожилые родители, например, пожилые родственники, всегда можно быть начеку и владеть первичными навыками, по крайней мере, оказания этой медицинской помощи. В дальнейшем в разработке онлайн-курсов для Курсера примут участие и другие подразделения Казанского университета. Там есть курсы на различных языках мира, в том числе на английском, на русском языке. И действительно, она позволяет брать курсы, учиться у ведущих профессоров в своих направлениях, в своих отраслях. И многие студенты нашего университета, в том числе, учатся на Курсере, и сертификаты, которые они получают, они учитываются в нашем университете. Диана Желенкова, Универ Ньюс.